Для начала заходим в каталог, опции. Нажимаем добавить опцию. Название. Ну пусть я создал уже, пусть будет цвет ящика. Тип лучше выбирать переключатель, он более симпатичный из всех. Порядок сортировки. Если опций много уже создано, то ставите какая нужна. А так, по идее, ну пусть будет один. Значение. Значит, раз, два, к примеру, три опции у нас. Значение. Красный ящик, на примере ящиков делаю. Зеленый ящик, синий ящик. То есть, если у вас цвет ящика, название, значит, указывается цвет. Порядок сортировки. Это так, как они будут идти сверху вниз по порядку. 1, 2, 3. Далее. Фотографии для опций. Если нужны фотографии, значит, делаем фотографии. Красный, зеленый и синий. Все. Сохраняем опцию. Сохранили. Теперь идем в товары. На примере вот этого ящика, в котором я и создал. Значит, открываем редактирование товара, выбираем опции. Ну, к примеру, здесь пусть ничего не создано. Создаем, значит, цвет ящика. Это наша опция, которую мы создали. Раз, два, три. Первый у нас идет красный, второй идет зеленый, третий идет синий. Количество. Значит, количество ставить обязательно. Если количество здесь не будет поставлено, оно равняется нулю. Вот. Если количество 0, опция не показывается в карточке. Ставим. Ну, к примеру, 100, 100, 100. Вычитать или не вычитать со склада, это сами решайте. Если не будет вычитаться, то есть опция постоянно будет включена. Если будет вычитаться, как только закончится 100 ящиков, значит, красный показываться не будет, к примеру. Далее, цена. Если ящик по умолчанию, вот красный он, да, карточка товара красного ящика, цена у него там 208, значит, здесь цена не приплюсовывается. Если у зеленого, например, и синего тоже 208 цена, здесь ничего вообще не ставится. Если, например, красный стоит 208, зеленый стоит 200, например, ну, 38, значит, сюда прибавляем плюс 30 рублей, то есть он дороже на 30 рублей. Синий, к примеру, стоит 268, значит, от 208 до 268 60 рублей разница. Значит, плюсуем плюс 60 рублей. Все. Сохраняем. Вот. И теперь смотрим. Вот что у нас получилось. Значит, красный ящик 208. Он так и есть 208. Зеленый ящик плюс 30 рублей, 238 получается. И синий ящик плюс 60 рублей, 268 получается. Вот примерно так.